Для каждого человека свойственно делать ошибки. Человек просто его унаследовал, грех от своих прародителей. Я думаю, что тема покаяния в среде христианства, конечно же, не теряет своей актуальности. Сам Иисус призывал к покаянию, и ученики Евангелия от Марка, 6 глава, 12 стих, там даже записано, что они пошли, проповедовали покаяние. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь, отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Увидев чудовищность греха и истинное состояние своего сердца, не будем предаваться отчаянию. Люди не каются, потому что боятся, что их отвергнут. Верить, что это может сделать только Иисус, сам человек не может, даже покаяться. Смотрите цикл передач «Покаяние» в эфире телеканала «Три ангела», на нашем сайте, на YouTube-канале, а также в социальных сетях.